Ну вот медики устроили флешмоб по стране. Я считаю, это правильно. В поддержку чувашских врачей, которых пытались наказать за танцы по месту работы. Надо, наоборот, пропагандировать, чтобы люди не утомлялись, чтобы обязательно была разрядка. И лучше всего в форме движения. Я же помню, в Советском Союзе ровно в 12 вся страна делала производственную гимнастику. Но под музыку в виде танца в дискотека это нужно пропагандировать, а не делать наоборот. Ну вот годовщина, когда в 97 году умер Лев Термен, еще один забытый великий изобретатель наш. Вот все подслушивающие устройства в нашей стране, это он изобрел. Все электромузыкальные инструменты и много-много. Телевидение, тогда называлось по-русски дальновидение. Правильно? Красиво. Издалека мы смотрим какую-то картинку, сюжет, дальновидение. Ну и что? В Америку уехал, там все мог запатентовать, сюда приехал, здесь в тюрьму. Вот наша кадровая политика. А потом мы обижаемся, что отстаем по каким-то направлениям. Это все в основном из-за режима советской власти. Разогнали все кадры за 100 лет. И сейчас собираются праздновать годовщину февральской революции, долой царя, и октябрь, долой временное правительство.